Всем привет! Сегодня хотел записать видео, чтобы рассказать, как установить приложение, которое не устанавливается. Точнее, бывает, когда пытаемся установить приложение, скажем, на андроиде, вроде там место есть и все, но пишет вот такую надпись: недостаточно места. Но я обычно делаю так, как бы захожу в настройки, в настройках ищу приложение, вот эти приложения, которые тут лишние, я удаляю. Ну то есть можно, конечно, там, скажем, зайти и очищать кэш у всех приложений. Ну, кэш — это как бы, ну, это сохраненные там файлы. Ну, то есть при открытии там Google картинки сохраняются, там иконки сохраняются. То есть они не грузятся, они как из памяти идут. Можно очистить кэш. Но это как бы не всегда помогает. Поэтому проще вот удалить какое-нибудь приложение. Ну, то есть, допустим, ищем какое-нибудь приложение, типа вот это, которое не нужно. Нажимаем удалить. Окей. Приложение, когда удаляется, то там место уж точно освобождается. Также, конечно, надо оставить загрузку приложений на CD-карту. Ну а поглядеть, сколько, допустим, сколько остается вот внутренняя память. 0,89 гигабайтов, 216 мегабайтов свободно. На CD-карте 9,6 занято, 5,3 свободно. Ну, вот на работающих можно поглядеть АЗУ. АЗУ вот на этом телефоне 0,5 гигабайта. Ну, то есть это одновременно, когда службы какие-нибудь работают, вот сколько он. Ну, сейчас обычно телефоны идут на 1 гигабайт, на 2 гигабайта. Ну а оставить, допустим, да, конечно, все должны поставить, наверное, сразу же в памяти. Надо ставить диск для записи по умолчанию на CD-карту, то есть чтобы грузилось на CD-карту. Но некоторые приложения, они, конечно, на CD-карту не грузятся, они грузятся только в память телефона и оттуда работают, и потом их даже не переместить. Ну а если у вас стояло там в память телефона, то, конечно, надо поставить на CD-карту. То есть, чтобы все приложения грузились на CD-карту. А если у вас уже стоят как приложения в памяти, то можно нажать, ну, скажем, и тут будет светиться там, переместить на CD-карту. Вот. Ну, то есть, получается так, что все равно часть приложения идет на внутреннюю память. Тут вот уже все ушло на CD-карту, вот можно только обратно переместить на внутреннюю память, но это вообще не рекомендуется. И вообще телефоны с Android надо сейчас покупать на 1, на 2 гигабайта оперативки, то есть АЗУ, потому что 0,5 гигабайтов, он фактически уже это староватый, там очень мало приложений можно установить. Этот телефон уже фактически устаревший, он 0,5 гигабайта.
и все. Всего доброго, подписываемся на канал. Всем пока.